Приветствуем вас на канале «Наш Таиланд». Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайя, делаем видео о путешествиях по Таиланду. А также делимся опытом проживания. Кто не первый раз смотрит наше видео, видит, что я нахожусь на крыше нашего кондо. О чем же сегодня будет видео? Сегодня видео будет о транспорте. Да, конечно, виза, квартира, все это хорошо, но еще, если долго живешь, необходимо иметь какой-то транспорт. Ну, кто что имеет по мере возможности. Кто-то и на велосипеде едет, кто-то и на самокате, кто-то на байке, кто-то на машине. Ну, в связи с тем, что мы с 93-го года имеем машины, то и имел я их более 10 штук, то понятие о машинах есть, и как-то без машины уже не очень. Были как легковые машины, кроссоверы были, пикапы, джип, то есть различные сорта машины, и что-то я могу уже выбирать. Ну, естественно, была задача не только что-то выбирать, но и чтобы по обслуживанию было не так много. То есть в связи с тем, что мы российские пенсионеры, мы брали машину бюджетную, чтобы ее можно было обслуживать в автосервисе. Я имею в виду в автосервисе, ну, например, мы купили Хонду в сервисе Хонда, чтобы обслуживать. То есть у дилера, где мы покупали. Когда мы приезжали в отпуск, да, мы, конечно, брали машину на прокат, и тоже думали, что да как, какую машину брать. Выбор пал между Toyota Vios и Honda City. Также мы проехали по стоянкам, где продаются машины, и посмотрели. Изначально мы выбирали 2-3-летнюю машину, думали, может быть, будет дешевле. Но, посмотрев на стоянках, мы ездили до Сирачи и до Паттайи. Вот. Проехали по многим стоянкам, мы поняли, что 2-3-летнюю машину лучше не брать. Во-первых, цена примерно такая же, разница на 40-50 тысяч бат. А пробеги уже, самый маленький пробег мы видели 35 тысяч, самый большой уже был 120, и этой машине 2 года было. Поэтому мы решили, конечно, брать новую. И выбор пал, еще раз говорю, между Toyota Vios, проверенные моторы, годами отработали, и Honda City. Хонд у меня, конечно, не было. В Сахалинской области Хонды не очень любят, потому что нежные, тонкие моторы, а топливо там не очень хорошее, поэтому ломаются. И все-таки мы остановились на Honda City. В то время машина стоила 590 тысяч. Это было 6 лет назад. Ну и плюс 3 тысячи за регистрацию. 6 лет назад, и за 6 лет уже поменялось 3 модели Хон Сити, то есть время идет, все меняется, и было как-то интересно, что с каждым годом все больше и больше появляется электромобилей, и как-то читая новости или смотрел на ютубе, не помню, но было сказано, что в Китае уже больше половины электромобилей. Ну и тут открылся салон электромобилей Bio Dream, и как-то захотелось посмотреть. Посмотреть-то захотелось, а салон находится в 15 километрах, поэтому все как-то откладывалось на потом. А вот буквально недавно нам надо было в тот район по делам, ну и заодно заехали в автосалон Bio Dream. Ну, все знают, что Bio Dream производит электромобили. Это китайская компания. И тут же рядышком автосалон MG, не смогли не зайти в него. Тоже производят электромобили и производят гибридные машины. Раньше компания MG была британская, но потом ее купили китайцы. То есть тоже китайский автопром. Ну, что надо сказать, что каждый, конечно, выбирает транспорт под себя. Кто-то может сказать, что а вот на байке-то оно лучше, я тут по городу и так быстренько раз проеду. Ну, я скажу, что да, возможно, по городу вы проедете быстрее, спору нет. Но комфорта меньше, стоять под светофорами или в пробке и нюхать
выхлопные газы тоже не очень весело. Да, если говорить о поездках по Таиланду, то ну, на каком байке поедешь по Таиланду? Ты, во-первых, не возьмешь вещей, сколько влазит в машину. Во-вторых, не по всем дорогам в Таиланде можно ездить на байке. Например, Матавей, Паттайя, Бангкок ехать нельзя, надо ехать по объездным дорогам. И скоростных дорог много, и по ним ездить на байках нельзя. То есть определенные неудобства. Да и в нашем возрасте ехать на байке, конечно, куда-то, например, в Бангкок или еще, как-то я даже себе мало представляю. Да, в свое время у меня были мотоциклы, вот как раз вот, наверное, года до 92-го, различные. Но уже не тот возраст. Поэтому мы, конечно, остановились на машине. Какая цель посещения автосалонов? Так как я не специалист в электрических машинах, то особо ничего не могу сказать. Поэтому посмотреть порядок цен и посмотреть, как они выглядят в салоне. В салоне темно. Не знаю, то ли они свет экономят, то ли у них такой свет. Поэтому снял как мог. Все написано на тайском. Что мог, перевел. Но сами марки машин видны. Если кому-то интересно, можно всегда посмотреть в интернете, что это за машина. Да, гарантии на эти машины или 5 лет, или 150 тысяч пробега. Перед нами автосалон BioDream. И тут же рядышком салон MG. Все они находятся на Сухумвите. Посмотрим, что же продают в салоне BioDream. Находимся в салоне BioDream. Раз, два, три, четыре машины, да? Правда, все по-тайскому написано, но дома попытаюсь перевести, ничего не понять. Цена видна, 929, 900, это самая дешевая машина из всех. Вот так вот она выглядит. Посмотрим, как она выглядит внутри. То ли ее кому-то приготовили уже. Вот как она выглядит внутри. Ну и вот как она выглядит спереди. Так, самая дешевая, значит, 929. Так, вот это какой-то другой вариант. Не могу определить, как тут понять, какой мотор. Ну, мощность, я имею в виду. Шарики кругом. Так, ну это седан. Что мы видим на седане? 1 449 000. Дальше посмотрим дома. Что это такое? Ну, выглядят они так неплохо, неплохо, ничего не скажешь. Так, ну и что там внутри? Если открыто, конечно. Так, ну она закрыта, ну ладно. Закрыто и закрыто. Планшет большой тоже, все как надо. Так, следующее. Следующая, вот она, первый раз в салоне с китайскими машинами. Так, что тут на ней пишут? Цена 1 325 000 уже. Скорость вон 138 км/ч. Максимально надо полагать, что ли? BioDream сел.
Ну и четвертый вариант. Сейчас посмотрим, открыта она, нет. Нет, закрыта. Ладно. И это что у нас? У них, точнее. Сейчас посмотрим. Это открыто. Вот здоровый свой планшет. Смотрим, как оно внутри. Угу. Ну, это кожа. Вроде, ну, какая тяпка-то. Ух, какая. Так. Вот они, четыре машины. И посмотрим, какая же цена. Так, цена 1 049 900. Вторая, подивись, шевизни. Перед нами автосалон MG. Находится на Сухумвите. Тут прям три автосалона. Зайдем вовнутрь, посмотрим, что там продают. Салон MG. Сейчас посмотрим машину. Кстати, впечатление о салоне очень приятное, гораздо лучше, чем китайский. Вот такая машина, это гибрид, как нам сказали, стоит она 919 тысяч, как вы видите. Внутренности смотрим. Ну, все прекрасно. Большой салон, конечно, ничего не скажешь. Ну и как она смотрится спереди. Вот так вот она смотрится. И вот то же самое примерно, но скидки, видите, какие? 699 тысяч вот эта машина стоит. Прям даже... Так, сейчас посмотрим, сколько она стоила. Там написано. Ну, вот они то же самое. Что там, что та, что это. Так, большая распродажа. А стоила она 859 тысяч. Вот мы видим. Ну, то же самое. То же самое. Тот же салон. Но сказали, комплектация этой меньше, чем вон той, которая за 900. Ну и вот довольно недорогая машина. 709 900. Уже ее кому-то упаковали. Сейчас посмотрим, кому. Посмотрим, кому. Да нет, посмотрим цену, конечно. Да, 709 и 900. Вот она цена. Она красная такая. Цена прям. Задумаешься, можно сказать. Те две машины гибрид, и бензин, и электричество. Здесь электрическая машина, насколько я понимаю. Попытаюсь дома перевести. Так, и здесь у нас вот какая машина легковая, типа кроссовера. Чуть-чуть типа кроссовера. Так вот она выглядит. Так, и цена этой машины 889 тысяч. Внутренности. Как у нее? Да, все нормально. Все великолепно просто.
Так, ну и что же тут будет самое дешевое? Сейчас увидим. Да, наверное, вот эта вот синенькая машина. Вот она. Так. Так, так. А, у этой нет цены, что ли? Или она на лобовом стекле? А, на лобовом стекле. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. 1023. Тысяча. Миллион 23. Миллион 23. Так вот она выглядит. Высокая машина, да, нормально. Миллион 23. Так, ну и как она внутри? Да тоже просторная машина, конечно, ничего не скажешь. Все новое, все блестит. Так, ну и самая дешевая, я думаю, вот эта машина, синенькая. Цвет какой, красивый. Гибрид тоже. MG3. Ага, и табличка висит. Гибрид. Эта машина стоит 619 тысяч. Вот про нее все написано. Ну-ка, что там в салоне? Да, салон нормальный тоже. Просторный. Кстати, не так и дорого гибрид стоит. Тут действительно есть смысл задуматься. Вот они, 5 машин, прям в ряду. Но здесь у них и сервис. Ну, 699, классная, конечно, повыше, ничего не скажешь. Ладно, посмотрели, выходим. Ну и подводя итоги после посещения автосалонов. Рядом еще есть автосалон Mitsubishi. Ну, я подошел, посмотрел через стекла. Там ничего интересного нет, абсолютно. Прихожу я к такому выводу. Если бы я сейчас покупал машину, я бы очень сильно задумался. И, наверное, остановился бы на MG. Вот та, которая за 699 тысяч бат. Довольно привлекательная машина. И высокая, и цена не такая большая. BioDream как-то не заинтересовал. Понятно, что там одни электрические автомобили, но цена у них выше все-таки, чем у MG. Может быть, на данный момент все-таки гибридные машины лучше. Ты не так зависим от электричества, от этих розеток всяких. Ты залил в бак бензин и едешь себе. И никаких проблем нет, до заправки всегда доедешь. То есть, конечно, привлекательная машина, ничего не скажешь. Может быть, конечно, за ними и будущее, спорить не буду. Поэтому каждому сделать правильный выбор. До новых встреч!